Привет, друзья! Сегодня я оказался в самом известном колледже в Англии для мальчиков – Итон колледж. Вы наверняка о нем слышали, ведь Итонский колледж закончили 21 премьер-министр Великобритании и даже британские принцы Уильям и Гарри. Посещая такой исторически значимый английский колледж, испытываешь особый трепет. Но как бы вы ни думали, что это элитарное место, обучаться здесь вполне реально и иностранным студентам. Гуляя по территории колледжа, я встретил хаус-мистрис, управляющую одного из общежитий колледжа Итон, Имальду, и мы разговорились. Предлагаю вам посмотреть это небольшое интервью. Друзья, не поверите, я совершенно случайно встретил очень приветливую хаус... Воспитателя Эмальду. Очень красивое имя. И ее собачку Харви. Воспитателя одного из общежитий Итон колледж. Правильно я говорю? Да. Но перед тем, как приступить к просмотру этого видео, сразу хочу обратить ваше внимание на то, что у нас есть отдельный видеообзор, посвященный Итонскому колледжу. И также отдельный выпуск, посвященный британской спортивной игре, придуманной именно в Итон колледж. Итон Fives. Ссылки на эти видео вы найдете в описании под этим выпуском. А сколько у вас здесь общежитий? 25. И примерно сколько мальчиков в каждом? Все очень разнообразно для каждого дома. Примерно 45. Но в главном общежитии у нас 70. 70, хорошо. А у вас есть такая система разделения общежитий, как в Гарри Поттере? Гриффиндор, Когтевран, Пуффендуй, Слизерин. Да, есть, да. И сколько домов у вас в колледже? Итак, у нас есть 25 общежитий, и когда ты заселяешься в общежитие, есть выбор между 4 домами. Это выбор родителей, вы можете выбрать, куда пойдет ваш ребенок. А как они называются? Вы не помните? Нет, у нас так много общежитий, поэтому нет. Но за вами общежитие South Lawn. И также есть Kids, Evanses, Mustians, Timbrels, Jervilles. И так далее, их больше. Итон колледж – это одна из трех частных школ в Англии, наряду с Harrow School и Radley College, сохранивших традицию Boys Only и Boarding Only. Это означает, что его мальчики обучаются только на полном пансионе. Кстати, Harrow School и Radley College – известные частные английские школы, о которых у нас также есть отдельные видео. Ссылки оставим тоже в описании под этим. Не забудьте посмотреть и поделиться в комментариях, какая британская школа для мальчиков вам понравилась больше всего. Продолжая говорить о проживании в пансионе, отмечу, что в домах Итонского колледжа живет около 50 мальчиков, примерно по 10 каждого возраста. Так одновременно и сохраняется преемственность опыта и традиций от старших студентов, и происходит сближение со сверстниками. Помимо хаус-мистрис или хаус-мастеров, в каждом доме колледжа Итон есть капитан или староста и так называемый капитан по играм. Для лучшей адаптации мальчиков объединяют в группы по 10 или 11 человек при поступлении в возрасте 13 лет, и они растут вместе в течение следующих 5 напряженных и полных событий лет. И насколько я знаю, здесь есть 3 музея. Да, как часть колледжа, не так ли? Да, и один из них – это античный музей. Верно. Я никогда не был внутри, что там? Музей прекрасный. У нас там есть мумия. Настоящая мумия? Да, настоящая, да. Это просто невероятно. А какие еще есть музеи? Есть исторический музей. Исторический. И еще есть музей самой школы, где вы путешествуете во времени. Как история школы, да? Точно. И еще есть музей естествознания, в котором представлены животные, растения и так далее. Музейные коллекции Итон колледж популярны не только среди студентов колледжа. Более 20 тысяч человек ежегодно посещают эти музеи, галереи и выставки в Итоне. Вероятно, это из-за тысяч интересных биологических образцов и артефактов, самым ранним из которых 500 миллионов лет. Но Итонский колледж не смог бы стать популярным и успешным, если бы не развивался и не шел в ногу со временем. В числе ультрасовременных объектов этой британской школы – Центр инноваций и исследований в области обучения Тони Литла, так называемый EdTech, предлагающий широкие возможности использования технологий.
Также здесь разработана специальная платформа онлайн-модулей EtonX. Здесь проходит невероятно увлекательное и технологичное обучение, которое обеспечивает студентам Итон Колледж отличные результаты выпускных экзаменов и поступления в самые известные университеты мира. Кстати, профориентация и поступление в университеты Англии, и не только, еще одно направление моей специализации. Уже более 20 лет я помогаю клиентам компании Мариади с выбором и поступлением в лучшие учебные заведения Англии. Свяжитесь с нами по ссылкам в описании, и вы получите свою бесплатную консультацию. А сколько мальчиков живет в вашем общежитии? У нас 54 мальчика со всего мира. Да, отовсюду. А русскоговорящие у вас есть? Конечно, да. Правда, есть? Да, совершенно точно. Из России или еще откуда-то? У нас 2 русских мальчика, но также есть русскоговорящие мальчики из других русскоговорящих стран. Может, есть кто-то из Казахстана? Я сам оттуда. Правда? Да. Нет, из Казахстана нет. Совсем нет? Нет. Но я была в Азербайджане, в Баку. Вы были? Да. Как туристическая поездка? Там живет мой брат. Правда? Это прекрасное место и вкусная еда. Точно, совершенно верно. А Казахстан? Муж моей сестры из Алматы. Правда? Надо же, какое совпадение. А вы там были? Нет. Съездите, вам понравится. В Итон Колледж около 1300 учеников. 90% студентов – это британцы. Остальные приезжают из-за границы. Что же так привлекает проходить обучение в Англии в Итонском колледже иностранцев? Кроме прекрасных академических показателей, это, конечно, всестороннее развитие студентов этой престижной школы в Англии. Значимой частью опыта мальчишек становится музыка, спорт, искусство, участие в объединенном кадетском корпусе, образование на открытом воздухе, включающее альпинизм, скалолазание, походы, заплывы, парусные гонки, а также социальные и экологические проекты. Если я не ошибаюсь, в одном из этих зданий есть музыкальная школа. Музыкальная школа, да, в следующем здании. Вот это здание – это полностью языки. Здесь преподают различные языки. Вы идете в ту сторону? Да. Харви, вставай. 2-часовая прогулка, бедняжка. Да, итак, здесь языковая школа, а за ней музыкальная. Когда вы говорите «языковая школа», что вы имеете в виду? Они учат языкам, даже русскому. Русскому? Понятно, и русский тоже. Все языки. Если даже один мальчик в школе хочет учить этот конкретный язык, то вы найдете ему учителя? Да. И можно сдавать экзамены по этому языку в том числе? Да. Это GCSE, да? О, ваш студент? Да, да. Мне сюда, так что... А, вам сюда. А там что? Это как раз языковая школа. А, языковая. А там, где вон те трубы... На данный момент это музыкальная школа, а там музыкальная. Так рад встрече с вами. И я. Из Харви. Спасибо. Кстати, о музыке. Музыкальный факультет Итонского колледжа самый большой в школе. Здесь работает команда из 6 мастеров музыки, регента и музыкального директора. 75 приглашенных преподавателей, каждый из которых сочетает преподавание с успешной карьерой в музыкальной индустрии. Около 10% учеников Итон Колледж имеют музыкальные награды. Перечислять оснащение в музыкальной школе Итона можно очень долго. Здесь есть современный концертный зал, оркестровый зал, студия звукозаписи, рок-студия, многочисленные учебные и практические классы. И даже своя музыкальная библиотека. Представляете, познакомился с хозяйкой одного из бординг-домов Итон Колледжа, совершенно случайно. Колледж Итон – это крупнейшая школа-пансион в Англии для мальчиков. При всех ее преимуществах подойдет она далеко не каждому ребенку. Наша компания сотрудничает с сотнями школ Великобритании уже многие годы. И мы помогаем своим клиентам с выбором школ, колледжей, университетов, а затем помогаем с поступлением. Если вы хотите узнать, какая английская школа подойдет именно вашему ребенку, оставляйте заявку на нашем сайте. Все ссылки найдете в описании под этим видео. На этом все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. До скорых встреч, друзья! Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. StudyTube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. TravelTube. Путешествуй по миру вместе с нами.
И, наконец, Токи Токи Клаб. Учить английский вместе с нами интересней и эффективней.